Сегодня страна отмечает День России. Именно в этот день, в 1990 году, была принята декларация о государственном суверенитете Российской Федерации. По всей республике прошли различного рода мероприятия, посвященные этому дню. Главные события праздника в обзоре нашего корреспондента Александры Охлопковой. Самые масштабные мероприятия главного государственного праздника сегодня прошли на проспекте Ленина. Одним из ярких моментов этого дня стало шествие народов Якутии. Большое впечатление. Идут народы настолько красиво. Вот национально-культурные объединения идут в нашей республике. И мы вместе, мы едины, мы непобедимы. Якутия, будучи отражением пестрой этнической палитры всей страны, является многонациональным регионом. В республике проживают представители более 120 народностей и национальностей. Сегодня очень много народу вышло, очень красочно, ярко, все таким хорошим настроением. Конечно, вот такие акции вот, очень сплочает народ, да, все такие радостные, жизнерадостные, и погода как бы сильно не печет, солнце, да, очень хорошо. Россия испокон веков всегда была многонациональной, и, наверное, вся сила и непобедимость России, да, с исторических времен, это, наверное, единство народов Российской Федерации. Центральной площадкой празднования Дня России стала площадь Ленина. Открыл торжественный митинг «Гимн России». Борисов отметил, что развитие нашей страны возможно только в условиях мира и стабильности. А залог этого – гармоничные межнациональные отношения между всеми народами. Россия сегодня является очень значимым государством в мировом сообществе, потому что мироустройство без России уже невозможно. Об этом уже подтверждают те события, которые происходят в мире последние годы. Поэтому сегодня мы должны любить свою страну, защищать свою страну, усилять свою страну своим трудом, своими знаниями, своей активной жизнью. Затем состоялась церемония вручения главного государственного документа. 10 юных жителей республики из Рублевы Якутии впервые получили паспорта гражданина России. Но я очень горд, что я получил паспорт. С получением паспорта к нам пришло понимание взросления, уверен в собственных силах и о своем будущем. И всех поздравляю с праздником Днем России. Я считаю, что Родину мы обязаны любить. Она воспитывает нас хорошими людьми. Вообще, этот праздник для меня значит очень многое. День России. Мы должны чтить многовековой исторический путь нашей страны в своем становлении и гордиться тем, что Россия является сильным и авторитетным государством, считают стройотрядовцы. Действительно, наша страна обрела свое могущество в результате упорного труда многих поколений россиян. Сегодня бойцы открыли свой трудовой сезон и водрузили флаг стройотряда на площади Ленина. Сила России в единстве сотен народностей, наций и этнических групп, которые живут бок о бок и стремятся сделать свою страну лучше и могущественнее, а народ счастливее. И все они встают единым щитом во благо развития Родины. Александра Хлопкова, Владимир Павлов, НВК СХ, Якутск.